Вячеслав Гайзер поднялся на 2 строчки в рейтинге эффективности губернаторов. Очередное исследование подготовил Фонд развития гражданского общества. Глава Коми уже несколько месяцев находится в первой группе. Туда входят губернаторы с очень высоким рейтингом. Но если месяц назад руководитель нашего региона занимал 6-7 место, то сейчас с результатом 95 баллов из 100 возможных делит 4-5 строчку рейтинга с главой Тюменской области Владимиром Якушевым. Как отмечают эксперты, у Вячеслава Гайзера выросли показатели доверия и оценки работы со стороны жителей региона.